если каждый зачатый ребенок будет рожден, мы будем не вымирать по миллиону в год, а у нас будет 4 миллиона прибыли каждый год. При Николае II население России увеличилось почти на 30 миллионов человек. Какие проблемы-то? Проблема, что бацилла в голове, что от детей надо предохраниться, как от бандитов. А не то, что это благословение Божие, за которое нужно и Бога благодарить, и жертву Ему благодарение приносить. И воспитать его так, чтобы Господь был доволен тем, что ты в дитя вложил. Вот главная национальная идея. Если нет, то через 30-50 лет государства не будет. Если...